Самая новейшая, обновленная, 100% рабочая и лучшая карта тыкв среди всех блогеров находится в моем телеграм-канале Никита Мориарти. Переходите по переходнику, ссылка в описании. Самые лучшие новые промокоды, самые быстрые, которые даже не появляются в официальных группах, можете найти в телеграм-канале промокоды Grand Mobile. А в третьей ТГ-группе вы можете продать все, что угодно, от квартиры до машины с особняком. В общем, абсолютно все, ребят, продается быстренько, потому что там самая новая аудитория, создали его вчера и уже 300 человек сидит. Всем привет, дорогие друзья, мы находимся в игре Grand Mobile, обязательно приходите играть вместе со мной, нажимаете 4 плитки, промокод, и здесь вводите самый лучший промокод мат, ну и также не забывайте про лучший промокод Хэллоуин, который даст вам вот такой вот Батмобиль, который стоит рядом со мной, ребят, сзади меня, смотрите, давайте покажу вам его, может быть кто-то даже не видел, короче, максимально классная тачка, меня сейчас ее угонят походу, вот так вот заводим, я, кстати, ребят, на ней сейчас первый раз вообще еду, и я отыграл вот, получается, пару часов, и мне выдали вот такую вот мощную тачку, кстати, ребят, вот рядом едет гелик, который он получил с моего промокода мат на любом сервере Grand Mobile, активировав его, получаете тоже вы. Как начать играть в Grand? Переходи по этой ссылке, качай игру на iPhone или Android, нажимаешь сюда, кнопка промокод, и вводишь мат, получаешь гелик, випку и много денег. Она еще такая дрифтовая, но в общем, ребята, ролик сегодня будет про то, что вы пишете, тыквы не работают, карта тыкв нерабочая и так далее. Ребята, я сегодня пересобрал карту тыкв, посмотрел карту у других блогеров, все сопоставил и понял, что у меня самая лучшая карта. Она включает как старые позиции точек тыкв, возможно, они тоже там будут появляться. Никто об этом вряд ли скажет, но вообще, ребят, если хотите, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании, именно не переходник, а именно мой телеграм-канал, по переходнику там есть ссылочка на мой основной канал, где 4000 подписчиков, а в переходнике всего лишь 500, вот, и там мы, ребята, ищем все позиции тыкв, то есть вы просто скидываете скриншотик, нажимаете на карту, карта городов, вот, отмечаете вот так вот, ребят, где находится тыква, допустим, тыква находится здесь, вы ставите меточку, делаете скриншотик и отправляете мне, и если это правда, я включаю это в карту тыкв, и, соответственно, не забывайте еще делать скриншот тыквы, как она висит, ну, буду очень сильно благодарен, и игроки Гранда тоже будут благодарны, вот, таким образом мы быстрее заполним всю эту карту, но вроде как она, ребят, даже заполнена, но наверняка есть еще несколько мест тыкв этих, все равно игроки же не будут все тыквы прям скриншотить, поэтому, ребят, очень важно, чтобы вы скриншотили каждую тыковку. Ну и, короче, ребят, давайте объясню принцип работы по данным тыквам. В общем-то, тыквы спавнятся рандомно, и никто не знает, брал их кто-то или нет, появится она тут или нет. Короче, это очень важно, ребят, учесть, чтобы вы не забивали мне потом голову, что я дал нерабочую карту тыкв. Короче, смотрите. Так, ребят, у нас 14:03 время, это значит, что 3 минуты назад где-то здесь заспавнилась тыковка. Вот, смотрите, уже кто-то бегает, ищет какой-то Мишель Медхурат. Вот, и смотрите, как бы здесь должна быть тыква заспавнила. На, короче, давайте покажу, где находится тыква. Опять же, полную карту тыкв, ребят, я слил в своем телеграм-канале, обязательно подписывайтесь. Ну и давайте, ребят, покажу. Вот первая тыква у нас будет находиться аж вот здесь вот. Но это очень видное место, поэтому видите, ребят, здесь даже игроки приехали, и они видят, что о, вам было добавлено 500 тыкв за активность. Я уже думал, я тыкву получил. Ну, короче, ребят, вот здесь находится тыква, вот в этом месте. Вот, но ее, как видите, уже забрали, и куча игроков здесь стоит, и как бы очень важно тыкву забрать именно в payday. То есть, когда будет 14:00, 15:00 и так далее, 20:00, то есть, неважно какое время, главное, чтобы было 0 минут. То есть, 59 минут и 0:00 начинается. Вот. Тогда уже можно собирать тыквы, они спавнятся каждый payday. И я так подозреваю, что спавнятся они, ребята, во всех вот этих точках одновременно, мне так кажется. А вот моим подписчикам уже так не кажется. Каждый час, ну, рандомно, в любую минуту, с 59 минут они спавнятся. Она может спавниться в 14:59, а следующая в 15:03. А вот следующая, к примеру, может заспавниться уже в 16:30. То есть все абсолютно рандомно, нет никакой взаимосвязи. Я такой спрашиваю, а сколько онлайн на твоем сервере, братишка? Может быть, кто-то до тебя забрал? А он говорит, второй сервер онлайн норм, весь забитый. А может, кто-то реально до тебя собрал? Он говорит, нет, потому что я все время находился рядом со спавном данной тыквы. То есть их никто не мог забрать, и 100%. Спавн тыкв полностью рандомный. В прошлом году было ровно в 0:00 минут, спавнились они в payday, а в этом году уже, к сожалению, нет в определенных минут. То есть все рандомно, может и в 55, может в 30, может в 20, может в 10. Вот, и полностью, ребята, старые позиции, новые позиции я приложил в своем телеграм-канале, потому что я сам еще не проверял ни старые, ни новые позиции особо толком. Вот, как и многие блогеры, то есть они просто взяли старые позиции и выкинули вам. Вот, в принципе, я тоже так думал, но Grand Mobile, к сожалению, все поменял, не так, как думаю.
придумали все абсолютно игроки и блогеры. Они добавили еще новые позиции, возможно, в дополнение к старым. Я не знаю, но, скорее всего, ребят, просто старые убрали. Хрен его знает, напишите в комментариях. Может быть, кто-то даже и собирал по старым позициям. Но у меня карта тыкв 2 дня назад была одна из лучших. И сегодня, ребята, она стала снова самой лучшей. Поэтому переходите, смотрите. Я ее, ребят, полностью модернизировал. Добавил красные точки, где красные это новые точки, новые позиции, которые 100% рабочие. Оранжевые же позиции это те, которые 50 на 50, может быть рабочие, может быть нет. И, в общем-то, ориентируйтесь лучше по красным точкам. Ну и не забывайте про оранжевые, если все красные вы уже собрали. Вот, поэтому, ребят, у нас самая лучшая карта. Я буду, ребят, очень сильно вам благодарен, если вы будете докидывать еще какие-то места, позиции, где находятся тыквы, очень рабочие, классные. Вот, ну и, ребят, следующий ролик уже будет очень интересный по хэллоуинскому ивенту. Вы уже, думаю, догадываетесь, что именно будет в нем. Посмотрите, ребят, на мой скин. За 45 тысяч тыкв, ребят, я его купил. Все потому, что благодаря моей карте тыкв в моем телеграм-канале. Ну и, друзья, заходим в Хэллоуин. Он у нас уже начался. Так, битва. Здесь нам нужно нанести урон. Это я вам уже показывал. Из магазина, ребят, как по мне, больше всего будет котироваться вот этот скин. Далее скин мумии. Ну, что мне больше нравится, мне кажется. Вот, а остальные, ну, в принципе, этот неплохой. Типа, в Grand Mobile играют по большей части дети. И им очень нравятся вот такие вот скины какие-то мультяшные. То есть, они тоже, в принципе, неплохо ценятся. И все будут легко продаваться. Но, если вы спросите, что больше мне нравится, то это, ребят, вот этот скин и скин мумии за 30 тысяч. Итак, ребята, что из машин мне больше всего понравилось? Я в прошлом ролике уже, кстати говоря, показывал. Гробовозка не очень, если честно, понравилась. Такой себе. В принципе, тройка пойдет. Но, ребята, если выбирать из этих всех машин, больше всего мне понравился BF Injection Halloween. Как будто прикольная тачка за свои деньги, с винилом таким прикольным, крутым, классным. Итак, ребята, из активности нам доступны собиратель конфет, тыква, бойня. Это человек, у которого на голове тыква, и все должны у нее забрать. Слияние, ребят, будет доступно через 10.31. Короче, я стал демоном, кстати говоря, ребята, и мы теперь можем подойти к любому абсолютно игроку, предложить ему слияние, и если он ангел, а я демон, я у него заберу, по-моему, все тыквы, чего-то такого. Итак, ребят, ищем игрока, который движется, бегает, вот-вот-вот он, так, давайте к нему подойдем. Стой, брат, куда ты убегаешь? Так, подходим, ребят, к нему, нажимаем предложить слияние. Интересно, примет он или нет? Опа-на! Игрок оказался ангелом, и мы получили 100 тыкв, ребят, отлично, вообще здорово. Но главное тут угадать, то есть тут рандом есть, кто-то может себе купить демона, вот тут, ребят, где-то здесь. Все, вы демон, смотрите, я купил себе демона за 160 гранд коинов, и теперь могу предлагать, даже ангела могу предлагать. Но если человек окажется демоном, короче, можно потерять абсолютно все тыквы, что-то такого. Так, да стой ты, да я тебе предложу слияние, твою же налево. Так, слияние, пацаны, и давай, братишечка, я хочу, чтобы ты был ангелом. Да, 100 тыкв. Тыкв сюда, пацаны, это самый лучший фарм тоже, так скажем, тыкв. Здравствуйте, админ, здравствуйте, Адель Суетологовна. Слияние ей также предлагаем. И смотрите, сейчас она принимает, и мы становимся ультрамиллионерами по тыквам. Отказался, ты чё, охренела, Адель? Так, ладно, давайте к импостеру Амогусу. Импостер, братишка, стой, стой. Так, предложить слияние. Слишком далеко от игрока, да господи, остановись ты. Твою же налево, второй левел. Так, слияние. Все, давай, нажимай, да. С Хэллоуином, спасибо большое. Кстати, ребят, уже завтра пройдет Хэллоуин. Напишите в комментариях, как вы будете к нему подготавливаться, что вы будете делать. Возможно, вы будете кого-то пранковать из друзей или еще чего-то такого. Ну и что ж, ребят, давайте посмотрим еще какие-то там задания, может быть, квесты. Короче, алхимию я так и не прошел, но в принципе можно даже и на этот видос пройти данную алхимию. Она прям очень тяжело проходится, в том плане, что какие-то там баги из-за того, что картинки не появляются. И не понимаю, почему такого-то есть картинки, а у меня их нету, блин, это максимально меня бесит. Также, ребят, впустите Чаки на Хэллоуин, поручение от смерти, найти ключ к спасению Чаки. Несколько слияний с другими людьми нужно будет произвести, потом алхимия ключ. И смотрите, ребят, у нас есть 5-й квест, получается. Для того, чтобы его выполнить, нам нужно как раз-таки искать все эти тыквы, которые раскинуты по всей карте. И благодаря моей карте тыкв, ребята, ссылочка в описании, обязательно переходите по переходнику, и в этом же переходнике есть ссылка на мой уже основной телеграм-канал, где находятся все эти тыквы. Пацаны, не надо подписываться на переходник, это же и называется переходник, но многие этого не понимают. И еще потом пишут: ты мне дал
взял нерабочую карту. Ах ты гад такой. Вот, это вообще, блин, пацаны, ну вы что, угораете? Просто телеграм-канал закрытый, и поэтому там переходник, так. Вот, и пацаны, если вы будете стоять просто возле вот этого коттеджа хэллоуинского, я, если что, ребят, говорю вот про вот этот коттедж, если вы рядом с ним будете просто стоять, к вам будут, ну, либо подходить, либо что-то спрашивать, вы просто нажимаете вот так вот, предложить слияние, и вот так вот АФК-способом фармите по 100 тыковок. У одного из вас не прошло час спустя прошлого слияния. Так, это значит, у него не прошло спустя час. А так как я демон, по сути, мне можно вроде как бесконечно раз, да, слияние делать. Стой. Правильно? Так, давайте, ребят, предложить слияние. Сварите череп в алхимии. Так, ну давайте, ладно, сейчас мы, ребят... Ага, все, КД, ребят, видимо, мне дало. Ай, ладно, обидно. Видимо, там 3 слияния можно, что ли, делать. Или сколько? 5, что ли, слияний в час? Я не знаю точно, пишите в комментарии. Ладно, ребят, давайте пройдем уже все-таки эту алхимию сраную. Потому что это уже невыносимо, согласитесь. Это какой-то кошмар. Там еще, ребят, какой-то ключ. Ну, в принципе, ключ я тоже вам ответы выложил. Полностью все рабочее. И вообще, все гайды и так далее, ребят, будут находиться в моем телеграм-канале, либо же в телеграм-канале с промокодами Grand Mobile. Подписывайтесь на 2 лучших этих телеграм-канала. Промокоды Grand Mobile, ребят, телеграм-канал сливает вам самые лучшие промокоды. А вот, ребят, мой канал Никита Мариарти сливают вообще всякие там схемы, карты, тыквы и так далее. Короче, вот эти 2 телеграм-канала, связка самая лучшая. Итак, ребят, быстренько сейчас сделаем. Воздух плюс воздух — это небо. Вода плюс вода, вода плюс озеро. В принципе, ребят, даже нет смысла перечислять вот это, вам говорить что-то, потому что просто есть текстовый формат в моем телеграм-канале, самый лучший, топовый. Давайте все туда. А если вам так уж хочется послушать аудиоформат, то переходите на прошлый мой ролик, где я крафтил череп в алхимии. У меня же, ребят, что-то не получилось, меня убил кто-то. В общем, я сейчас быстренько все пройду без записи. Блин, пацаны, остается совсем немножко. Ёпарасотые, я вообще чуть-чуть, мне чуть-чуть не осталось. Блять, вам не удалось скрафтить необходимый, сука. Я просто не могу, пацаны. Но я пытался, у меня ушло минут 15. Типа не хватило буквально. Вот, шестерня плюс сундук, замок плюс инструмент, пластик плюс лезвие, нож плюс зомби, кость плюс мозг. Блин, пацаны, у меня уже реально нервов не хватает. В общем, фух, это, ну, просто как бы очень сложно на самом-то деле. Потому что пока ты ищешь без картинок, ну, очень тяжело, пацаны. Кто тоже без картинок проходил, пишите в комментариях. Но просто у меня один вопрос: как пофиксить эти сраные картинки? Потому что у меня очень много времени уходит на поиск именно вот этих названий всех предметов. Но это реально очень сложно, пацаны. Фух, блин, я в шоке просто.